Удостоверение депутата дает полное право на участие народного избранника в деятельности законодательного органа власти. Постоянное удостоверение депутаты Курганской городской думы 6-го созыва получат из рук вновь избранного главы города Кургана. Согласно уставу города, срок полномочий нового депутатского состава городского законодательного собрания составляет 5 лет. Председатель избирательной комиссии города Кургана Александр Кравченко поздравил от имени всех членов комиссии народных избранников с оказанным им доверием, а также пожелал принимать активное участие в работе парламента на благо родного города и своих избирателей. В соответствии с законом о выборах депутатов Курганской городской думы, после официального опубликования результатов выборов нам необходимо провести за свое заседание и зарегистрировать кандидатов, депутатов Курганской городской думы 6-го созыва. На втором избирательном округе депутат Наталья Семина побеждает уже не первый раз и всегда считает своим долгом защищать интересы своих граждан. Выборы закончились, вся предвыборная суета закончилась. И вы знаете, а я все равно ощущаю то, что надо идти вперед, не останавливаться, тем более, что много наказов получила. Много наказов не только те, которые у меня были, но еще и новые наказы. Поэтому у меня-то только вперед. Я говорю огромное спасибо всем людям, которые доверили мне, все жители Восточного. Огромное-огромное вам спасибо. В обновленной городской думе немало новых лиц. Это представители Всероссийской политической партии «Единая Россия» Наркиз Галиаскаров, Евгений Корчебный, Юрий Калинин, Александр Мазеин и другие. Еще один новичок – представитель от партии «Родина» Илья Назаренко. Напомним, из 25 депутатов нового состава 21 были выдвинуты от партии «Единая Россия», по одному представителю от «Справедливой России», «Родины» и КПРФ и один самовыдвиженец. Михаил Белокрылов, Александр Киселев, Лидия Кайгородцева. Информационное агентство «Курган.ру».